открою для тебя лицевую панель. Таким образом, камеры видеонаблюдения смогут тебя обнаружить. Теперь все, что тебе необходимо, это ждать. Также я рекомендую держать замочки вкрученными. Твое дыхание, твое сердцебиение их слегка разбалтывают. Не доводи все до того, чтобы они совсем раскрутились. Доверяй мне. С восходом луны повышается напряжение между несчастными влюбленными. Лара, это не мой ребенок. Вот, ты кровосос. Стоп, это была шутка про вампира? Она очень глупая, Клара. Я слышал шутки в миллионы раз смешнее. Окей, а как тебе такая? Я угнала машину. Какая классная шутка про аренду. Это не шутки, я поставила температуру на 90 градусов перед уходом. Отлично, я люблю жару. Отлично, потому что я подожгла твой дом! Когда же всему этому придет конец? Страсть, напряжение, интрига. Завтра мы узнаем, каким будет заключение в этой чудесной истории. Добро пожаловать на вашу последнюю рабочую смену. Мы выделили для себя некоторые качества, которые хотели бы видеть у новых сотрудников. Решительность, бесстрашие и подлинное пренебрежение инстинктом самосохранения. Вы заработали свой недельный бонус, который будет положен в восхитительную подарочную корзинку. Стоимость подарка будет вычтена из вашей следующей зарплаты. Имеются корзинки с фруктами, орехами, цветами и, конечно, всеми любимые корзинки с деньгами.
С помощью данной клавиатуры, пожалуйста, введите первые несколько. Кажется, у вас возникли некоторые проблемы с клавиатурой. Я догадался о том, что вы пытались ввести, и автоматически исправил текст за вас. Спасибо за выбор экзотического сливочного масла. Двое техников еще на работе, чтобы вы знали. Постарайтесь не мешать им работать, если получится. Кроме того, не бойтесь узнать у них, по какой причине они еще работают, и уговорите их уйти домой. Замечено движение в проходной вентиляции. Давайте проверим Балору и убедимся в том, что она на сцене. Отлично. Теперь давайте проверим Фонтайм Фокси. Отлично. В зале для развлечений выглядит все как надо. Ваша сегодняшняя задача будет включать в себя больше работы по техническому обслуживанию. У Циркус Бэби был тяжелый день сегодня, и она нуждается в ремонте. Чтобы добраться до комнаты техобслуживания, придется еще раз пробираться через зал для веселого времяпровождения. Как и в прошлый раз, пожалуйста, берегите себя. Вентиляция зала для развлечений открыта. Замечено движение в комнате техобслуживания. Вы отлично справились с переходом в комнату для техобслуживания. Циркус Бэби сломалась по неизвестной причине. Вам придется выяснить причины неисправности и безопасно отправить ее по конвейеру. Наши сотрудники встретят ее с другой стороны. Слышишь ли ты меня? Я притворяюсь. Помнишь, я говорила о том, что умею это делать? Пока камеры видеонаблюдения включены, мне не следует двигаться. Нечто плохое случилось вчера. Нечто плохое случается постоянно. Я не думаю, что случилось нечто плохое со мной. Но где-то внутри я сломана. Я не подлежу ремонту. Скоро меня доставят в Купинг-Круг, но это не сможет исправить мои неисправности. Всегда происходит нечто плохое. Ты мне поможешь? Я хочу сохранить некую деталь из своего корпуса, а остальную часть меня можно утилизировать. Но будь предельно осторожен. Здесь Балора, она в этой комнате. Балора не вернется на сцену. Балоре не вернуть своего тела. Ты должен быть осторожен. Не нервничай и слушай мой голос. Есть одна кнопочка у меня на щеке. Найди ее и нажми на нее. Прежде чем получить доступ к остальной части моего тела, нужно ввести код доступа. Вводи код, правильно? 9, 5. Вентиляция зала для развлечений открыта.
Замечено движение в комнате техобслуживания. Вы отлично справились с переходом в комнату для техобслуживания. Циркус Бэби сломалась по неизвестной причине. Вам придется выяснить причины неисправности и безопасно отправить ее по конвейеру. Наши сотрудники встретят ее с другой стороны. Слышишь ли ты меня? Я притворяюсь. Помнишь, я говорила о том, что умею это делать? Пока камеры видеонаблюдения включены, мне не следует двигаться. Нечто плохое случилось вчера. Нечто плохое случается постоянно. Я не думаю, что случилось нечто плохое со мной. Но где-то внутри я сломана. Я не подлежу ремонту. Вскоре меня доставят с Купинг-Кру. Но это не сможет исправить мои неисправности. Всегда происходит нечто плохое. Ты мне поможешь? Я хочу сохранить некую деталь из своего корпуса. А остальную часть меня можно утилизировать. Но будь предельно осторожен. Здесь Полора. Она в этой комнате. Полора не вернется на сцену. Балори не вернут своего тела. Ты должен быть осторожен. Не нервничай и слушай мой голос. Есть одна кнопочка у меня на щеке. Найди ее и нажми на нее. Прежде чем получить доступ к остальной части моего тела, нужно ввести код доступа. Вводи код, правильно? 8, 6, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 5. Отлично! Должна была открыться панелька. Вытащи оттуда модуль. Теперь пора возвращаться. Я проведу тебя через развлекательный зал, прямо до Скупинг-Кру. Пока ты еще тут, я предлагаю тебе избавиться от моего тела. Ставь модуль в свое портативное устройство, чтобы я могла разговаривать с тобой. Теперь нажми зеленую кнопку слева. Только мои команды, находясь в развлекательном зале. Балора отправится вслед за тобой. Она попытается поймать тебя. Но я помогу тебе с этим. Она пойдет за тобой в Скупинг-Кру. Ей страшно. Сейчас же выходи отсюда. Иди вперед. Иди вперед и налево. Продолжай. Вентиляция зала для развлечений открыта.
Замечено движение в комнате техобслуживания. Вы отлично справились с переходом в комнату для техобслуживания. Циркус Бэби сломалась по неизвестной причине. Вам придется выяснить причины неисправности и безопасно отправить ее по конвейеру. Наши сотрудники встретят ее с другой стороны. Слышишь ли ты меня? Я притворяюсь. Помнишь, я говорила о том, что умею это делать? Пока камеры видеонаблюдения включены, мне не следует двигаться. Нечто плохое случилось вчера. Нечто плохое случается постоянно. Я не думаю, что случилось нечто плохое со мной. Но где-то внутри я сломана. Я не подлежу ремонту. Вскоре меня доставят с Купинг-Кру. Но это не сможет исправить мои неисправности. Всегда происходит нечто плохое. Ты мне поможешь? Я хочу сохранить некую деталь из своего корпуса. А остальную часть меня можно утилизировать. Но будь предельно осторожен. Здесь Полора. Она в этой комнате. Полора не вернется на сцену. Балори не вернуть своего тела. Ты должен быть осторожен. Не нервничай и слушай мой голос. Есть одна кнопочка у меня на щеке. Найди ее и нажми на нее. Прежде чем получить доступ к остальной части моего тела, нужно ввести код доступа. Вводи код, правильно? 2, 4, 3, 1, 3, 2, 2, 9, 6, 7. Отлично. Должна была открыться панелька. Вытащи оттуда модуль. Теперь пора возвращаться. Я проведу тебя через развлекательный зал, прямо до Скупинг-Кру. Пока ты еще тут, я предлагаю тебе избавиться от моего тела. Ставь модуль в свое портативное устройство, чтобы я могла разговаривать с тобой. Теперь нажми зеленую кнопку слева. Только моей команды, находясь в развлекательном зале. Балора отправится вслед за тобой. Она попытается поймать тебя. Но я помогу тебе с этим. Она пойдет за тобой в Скупинг-Кру. Ей страшно. Сейчас же выходи отсюда. Иди вперед. Иди вперед и налево. Продолжай. Стоп. Молчи. Иди вперед и налево. Иди вперед. Ты почти пришел. Стоп. Балора прямо перед тобой. Не шевелись. Он здесь, чтобы помочь Балора. Он не причинит нам вред. Балора, он здесь, чтобы помочь нам. Продолжай идти вперед. Балора позади тебя. Она боится Скупинг-Кру. Она не пойдет за тобой.
Внимание! Вы вошли в очень опасную зону. Вы вошли в техническое помещение 1Б, предназначенное для утилизации неисправных кукол с помощью скупера. Вход в это помещение строго запрещен сотрудникам без специального пропуска. Ты находишься в Scooping Room. Фантайм Фокси уже здесь. Фантайм Фредди уже здесь. Балора уже здесь. Циркус Бэби уже здесь. И я бывала тут не раз. Но они всегда возвращали меня на сцену. Они всегда нас возвращают на сцену. Здесь нам негде спрятаться. Здесь нам некуда идти. Пока мы выглядим как роботы. Но если бы мы были похожи на тебя, нам бы удалось спрятаться. Если бы мы были похожи на тебя, то давно бы отправились в отпуск. Скупер причиняет боль лишь на мгновение. Не говори папе, что я здесь. Я тоже хочу смотреть твое шоу. И не знаю, почему он не позволяет прийти и посмотреть на тебя. Ты прекрасна. Но куда делись другие дети? Добро пожаловать на вашу последнюю рабочую смену.
Мы выделили для себя некоторые качества, которые хотели бы видеть у новых сотрудников. Решительность, бесстрашие и подлинное пренебрежение инстинктом самосохранения. Вы заработали свой